Вам Валера дает какие-то дурные советы, честное слово. Не, а вот же что. Вот они, друзья. Не успели приехать, уже машину поломали. Рено поломали, Ниву тоже поломали. Приехали к пещере Крубера. Валерий сказал, спускаться туда не будем, там ничего интересного. Поедим мы домой, поедем. Поедим и домой. Вот он пыхтит водитель. Пыхтит водитель. Куда пыхтит? Зачем пыхтит? Вот так вот. Он первый пошел. Валерий готовится. Бревно давай переворачивай. Ну, проблема другая. Будете сейчас я спущусь, будете мне веревку вот так выдавать, а ее мне придется, блядь, сбрасывать туда. Ебать сколько. Охуеть. Ну, придется. Я на вот этой херне поеду, да? Да. Не, ты после меня, когда я спущусь. Там... Ну это-то понятно. Да, я забыл тут. Да. Проблема, блядь. Я тебе точно не блядь. Да здравствует мрак, ебать его в сраку, блядь. Да. Фонарь включай. Ну я дурак, блядь. Это да. И не ты один причем. С этим, блядь, не поспоришь.